Безопасность на дороге зависит, в частности, от дорожных знаков. Вот этот в Иркутске свою функцию явно не выполняет, причем уже не первый день. Чтобы непорядок вовремя устранили, не стоит оставаться в стороне. Нужно как можно раньше сообщить о подобных случаях в единую диспетчерскую городской администрации. Впрочем, даже если на дороге все оборудовано идеально, находятся те, кто хочет пощекотать нервы себе и другим участникам движения. Как раз таких увидите прямо сейчас. Регулируемый железнодорожный переезд. Все дисциплинированно ждут. Все, кроме этого велосипедиста. Он нашел лазейку и едва не зацепил хвост состава. Встречный локомотив заметил в последнюю секунду. Успел ли испугаться? Вопрос. Также за кадром останутся чувства машиниста. Испытать свои и чужие нервы на прочность решили эти пешеходы. Один за другим старательно идут на красный. У кого-то уже подгибаются коленки, и он готов побежать. Но перед товарищами неудобно. Странный выбор между гордостью и безопасностью на этот раз закончился благополучно. Ни штрафа в 500 рублей не заплатили, ни под колеса не попали. Повезло и этому автохаму. Инспектора он не встретил. Но чувства соседей по потоку не пощадил. На перекресток выехал по встречной и остановился прямо на пешеходном переходе. Нехотя пропускал тех, кто двигался по правилам. Законное лечение от такого хамства – штраф до 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до полугода. Если и вы стали свидетелем дорожного хамства, присылайте нам свои видео. Самые яркие кадры покажем в эфире.